Тюмень в очередной раз посетил герой России и трехкратный чемпион Олимпийских игр, легендарный борец греко-римского стиля Александр Карелин. Депутат Госдумы в ходе визита побывал в спортшколах и заглянул в центр «Жемчужины Сибири», где в эти дни проходит чемпионат мира по летнему биатлону. Как чемпион оценил комплекс и почему Карелин так любит Тюменскую область? Смотрите далее. Приезд трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, героя России Александра Карелина, всегда событие. Даже если этот визит совпадает с проведением чемпионата мира по летнему биатлону. В последние годы Сан Саныч довольно часто бывает в Тюменской области. Я, начиная с 86 года прошлого века, бываю здесь с завидной периодичностью, потому что именно здесь я дебютировал на первенстве России. И здесь замечательные традиции, замечательные борцовские традиции, замечательные спортивные традиции вообще, но, наверное, должен говорить именно о борцовских. Начиная с Владимира Васильевича Чебоксарова, продолжая другими участниками Тюменской школы борьбы, здесь есть кому приезжать. Ну и, конечно, последнее пятилетие для нас очень важное проходит под маркой именно тюменского гостеприимства, потому что поддубный традиционный турнир, который мы проводим, гран-при памяти, посвященный Ивану Максимовичу, именно здесь получила, в общем-то, многолетнюю прописку. Именно с этим связаны основные поездки. Сегодняшняя поездка не только с чемпионатом мира по летнему биатлону, сколько приехал сказать слова благодарности Владимиру Владимировичу. Александр Карелин посещает многие уголки нашей страны. И было интересно услышать из его уст, как он оценивает спортивную базу Тюменской области. Ну, надо начать, наверное, вот с этого комплекса, с биатлоном. Я, учитывая, что у нас новосибирский биатлон тоже, в общем-то, имеет прописку, но вот такого, я бы так сказал, планетарного уровня комплекса я нигде не наблюдал. С таким подходом, с такой очень четкой логистикой, с слишком очевидной рациональной подоплекой и к использованию, и начиная от стоянок, которые вот здесь в преддверии находятся, продолжая самой уже спортивной составляющей. Каждый свой приезд в Тюмень Карелин старается сыграть в баскетбол. Но баскетбол необычный, борцовский. В следующий раз Сан Саныч хочет пригласить в свою команду Владимира Якушева. Основные атрибуты же в борцовском баскетболе, они такие же. То есть мяч, площадка и кольца. У нас единственное, нет ведений, у нас отсутствуют пробежки. Ну и все находятся в несколько таком слишком тесном контакте во время игры. Конечно, пригласим, потому что для нас баскетбол это не только вид активности физической. Это еще и проявление командной солидарности. А быть солидарным и быть в одной команде с Владимиром Владимировичем Якушевым, я думаю, что и для борцов особо почетно. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.